Для достижения результатов спортсменам приходится мириться со многими недостатками партнеров. Они вынуждены проводить вместе по 11 месяцев в году. Как при этом остаться в хороших отношениях? И обязательно ли дружить, чтобы достигнуть высоких результатов? Дмитрий и Анна вместе и на сцене, и на репетициях, и на работе, и дома. Я раз, два. Вот она поднимала голову, взгляд, да? Я на нее уже смотрел здесь и не отводил взгляд уже от нее. Их парная работа началась в этом классе, продолжилась в ЗАГСе и длится до сих пор. Я пришла на репетицию в ансамбль, где преподавал Дима. Постучался в дверь кто-то, и зашла Аня. Вот, и спрашивает: здравствуйте, а можно я вас поприсутствую на занятии? Посижу и посмотрю, как у вас проходит все занятие. На следующий день она приходит, все у нее реснички, все она нафуфыренная немножечко. Через месяц Дима решился и позвал на свидание. Он просто мне предложил сходить в кино. Билет пропадает, вот, билет пропадает, не с кем идти, у меня все вдруг отказался идти. Вот, может, кто-то, я всем предлагаю, никто не может. Может, да, ты сможешь. Дима и Аня поженились через полтора года после первой встречи. Сейчас организовали свою танцевальную школу, учат и детей, и взрослых, выступают на концертах, устраивают флешмобы. Вместе 24 часа в сутки. Работа и семья – это две разных вещи. То есть они не должны никак переплетаться, да, друг с другом. Поэтому на работе мы можем себя вести как-то, да, по-иному, да, а когда домой приходим, соответственно, уже мы только обсуждаем то, что касается лично нас, лично нашей семьи. Даже вот я, когда прихожу на репетицию, на танцы, я отношусь к Диме абсолютно по-другому, как к педагогу, но не как к мужу. А уже дома, конечно же, другая обстановка, да почему меня поругал там? Почему поругал? Может, кому-то и не нравится видеть мужа круглосуточно. Может, кто-то и боится этим надоесть своей жене. Только не они. Когда два любящих человека находятся рядом всегда и проживут с собой всю жизнь, да, вместе, мне кажется, счастливее ничего нет.